Сегодня у нас 23 августа. Сегодня солнечная погодка у нас. Слава Богу. Вот. Цветочки у нас тут. Это Ирина Устинова посадила вместе со своей дочерью Анфисой. Красота какая. Ну, уже некоторые вянут уже. Значит, решил заснять. Видимо, там батюшка едет, наверное. Посмотрим. Да, он самый. Заедет, Титлюби Минаева едет. Там Задов заедет, завезет их. Она одинокая. Попросила или так он снабжает. Батюшка не с тарелкой ходит. За таинство, за требования берет. Все решила святая десятина. А кроме того, привычное хозяйство. Матушка агроном, все на огороде ползает. А у батюшки овечек до 100 штук. Священников этому сегодня не приучишь. Поэтому они смотрят ревниво, где что уменьшит их доход. За все берут, за разрешение снимать. Вот если священников полное погружение, цена одна, 300 рублей или там больше. А если просто помочить поменьше, это мне пишут. Ужас. Жулики. Как патриарх Алексей II говорил, каких бандитов напринимали в церковь. Так думаю, ты-то что смотришь-то? Боже, распустил. Антиканонично поставлены до 30 лет. Какое правило не возьми, с участием мирских властей все до одного архиерея ставили через КГБ. Ищем благодать. А благодать, как Феофан Затворник говорит, четко обозначила символом веры и святыми отцами. А сейчас вся благодать. Матронушки да мощи. Срам один. Какой позор терпят от всех. И от католиков, и от протестантов. Все, пошли попилим.